Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Андрей Норкин вспоминает покойную жену вместе с поклонниками ее и своего творчества. Андрей Норкин, муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной, надеется запомнить супругу такой, какая она была в счастливейшие моменты их совместной жизни, и смириться с утратой. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. «Я буду помнить ее такой летящей и радостной», — написал телеведущий. Вчера был 9-й день после утраты жены, и Норкин поделился воспоминаниями о периоде, когда они с ней ездили на Родос. Там была сделана фотография, где счастливая Юлия Норкина, подняв руки к небу и улыбаясь, сидит за пляжным столиком. Именно такой ее и хочет запомнить муж. Норкин обратился к поклонникам с просьбой последовать его примеру и запомнить радиоведущую летящей. В сети уже появилось огромное количество теплых слов и комментариев в ответ на высказывание телеведущего. Неравнодушные поддерживают Норкина и вместе с ним вспоминают, какой замечательной женщиной была его супруга. Она была замечательным человеком, интересным собеседником и очень умной женщиной, прекрасной матерью и женой, пишут в сети. Смерть Юлии Норкиной стала тяжелым ударом для ее супруга. Телеведущий никак не может справиться с потерей и продолжает удивлять поклонников необычными публикациями. Супруга известного телеведущего, журналистка Юлия Норкина, ушла из жизни 4 июня. Недавно Андрей Норкин не на шутку обеспокоил подписчиков странной публикацией. На своей странице в инстаграм-аккаунте он разместил архивное фото супруги с отдыха. На нем счастливая и отдохнувшая Юлия Норкина сидит за пляжным столиком. В этом же посте он пообещал подписчикам, что сумеет справиться с горем и вскоре придет в норму. Мужчина тяжело переживает потерю любимой Юлии Норкиной. «Я буду жить дальше. Надеюсь, жить счастливо», — добавил Андрей. При этом чуткие подписчики поняли, что несмотря на попытки держать себя в руках, телеведущему приходится очень несладкое. Смерть 52-летней Юлии Норкиной по-настоящему выбила журналиста из колеи. «Дай вам Бог сил моральных и физических. Вам есть ради чего жить. Мы вам сочувствуем, переживаем и ждем вас всегда в эфире. Желаю вам сил пережить эту невосполнимую утрату», — стараются поддержать любимого телеведущего поклонники.